друзья, вот такая вот шикарная новинка в светофоре. Это приправа. Я их здесь в ряд выстроил, чтобы вам показать сразу все по-быстрому. Смотрите, есть приправа для курицы, есть приправа для мяса, есть приправа для плова, 350 грамм тоже. Приправа универсальная, то есть можно под салаты даже ее. И приправа для плова. То есть две приправы для плова получается, раз и два. Но это изготовитель уже другой, именитые. А здесь Лекш. Ну, хотя банка у них одинаковая, я думаю. Какой-то ход у них такой интересный. 350 грамм, 83,90. Смотрите, друзья, снова завезли охлажденную свинину. Цена за килограмм, вообще подарок, 189,90. У нас в городе минималка это 250 в Пятерочке. Смотрите, какое мясо. Свежая, хорошая свининка. Куски в среднем, наверное, ну где-то килограмма на 4-3. Вот есть даже с ребрышком, представляете, как. Сало, ребрышки, мясо. 189,90. Цена вообще очень радует. Можно даже, мне кажется, шею здесь выхватить. Смотрите, друзья, светофор завезли. Автомобильное масло. Мотор Oil. 4 литра, всесезонное, полусинтетическое моторное масло. Универсал. Синтетик. Цена 769,90. 10W40. Смотрите, друзья, завезли еще ананас цукаты. Это что-то типа мармелада. Я так понимаю, это сушеный ананас. Давайте почитаем состав. Ананас, сахар. Ну да, это ананас. Всякие там регуляторы кислотности. Просто что сушеный, крашеный ананас с сахаром. Надо как-нибудь взять попробовать. Ну, ценник у него, конечно, 500 грамм. Да, 500 грамм. 336,90, представляете, ценник какой в светофоре. Мне кажется, для светофора это прям богато. Дата изготовления 25.04.2020. Друзья, смотрите, снова в светофоре появилась рагу по-домашнему. Цена за килограмм 110 рублей. Это обрезки свинины. Смотрите, здесь сколько мяса. Вот это вот все мясо. Оно даже еще заморозиться не успело. Мы раньше покупали с женой. Да и сейчас, наверное, прикуплю. Мясо здесь прям богато. А цена за килограмм всего 109,90. Представляете, вот 3 килограмма на 342 рубля. Мне здесь, ну нам с женой здесь на месяц хватает на супы, на борщи, косточки. Вот такие вот. Не знаю, мясо здесь прям нормально так. Еще и производитель Мираторг. Это хороший производитель. Друзья, ну прям серьезно, мясной день. Смотрите, курица замороженная. Кстати, она еще даже не до конца заморозилась. Чебаркульская птица. Цена за килограмм 194,90. Вот в среднем одна курица выходит на 210 рублей. Вот такая вот курочка. Интересная. Есть и побольше тушки. На 258 рублей. По желанию. Вот цена за килограмм 194,90. Также, друзья, смотрите, снова завезли говяжью печень. Такие вот огромные куски. Цена за килограмм 318,90. Полубабригат из говядины. В среднем вот кусок уходит на 435 рублей, но есть и больше. Вот, на 642 рубля. Представляете, какие огромные куски. Цена за килограмм 318,90. Друзья, ну сегодня прям мясной завоз. Такие вот окорочка завезли. Цена за килограмм 196,90. В среднем пакет выходит на 331. Он вот так вот порванный. Я бы, честно говоря, не брал бы, потому что, конечно, я доверяю сотрудникам светофора, но мало ли что, вот так вот можно и подрезать, конечно, себе один окорочок домой. Здесь вот кило 600. Ну, в принципе, где-то, наверное, так и есть. Цена за килограмм 196,90. Окорочок ЦБ. Цыпленка бройлера. И снова мясная новинка. Грудка цыпленка бройлера. Здесь вот две грудки, она с косточкой. Цена за килограмм 249,90. В среднем вот две такие огромные грудки выходят на 240 рублей. 1 килограмм. Ой, на 270. 1,100 почти. По одной даже есть вот одна грудка. 235 рублей. Смотрите, какая большая. Сколько здесь мяса. Цена за килограмм 249,90. Друзья, завезли детские сказки. Жили-были пес. С картинками. Такие вот интересные. Цена вообще подарок. 126,90. В книжном такие стоят гораздо дороже. Как волк теленочку мамой был. Извиняюсь. Мама для мамонтенка. В общем, выбор очень большой. Песенки малышам.
А, песенки мышонка, извиняюсь. Три медведя. Не, ну выбор, конечно, прям огромный. Все разные. 126,90. Смотрите, друзья, еще такие интересные новинки из книжек. 4D. Не пойму, что. Давайте посмотрим, что такое 4D. Здесь у нас азбука. 4D, я так понимаю, сразу буква и к ней какой-то зверенок или какой-то предмет. Б. Барабан. Г. Гриб, гусь, груша, герань. Ну, такие вот книжки. А есть животными. Это азбука, есть животными. Тоже 4D. Медведь вот. Очень интересно, конечно. Стишки какие-то. Медведь быстро бегает и отлично плавает. Волк. Волк умный, осторожный и выносливый хищник. Ну, прикольные книжки. 249,90. Смотрите, завезли еще для школьников такой интересный. Алхимик. Химические опыты. Такой вот опыт интересный. Металломагия. Битва металлов. Я думаю, что-то интересное, наверное. Цена всего 97,50.